В Ульяновский государственный педагогический университет съехались школьники из 53 регионов России. В образовательном учреждении проводят всероссийские состязания между школьниками, изучающими французский язык. В день открытия гостей встречали приветливые мимы и развлекали певцы, исполняя ритмичные французские мелодии. Олимпиаду открыла министр образования Ульяновской области Наталья Семенова. Я абсолютно уверена в том, что каждый из вас продемонстрирует такой уровень знания языка, который позволит дальше двигаться вам только вперед. И оставаясь в России, развивать традиции тех стран, той страны, с которой у нас складываются и будут развиваться дружеские отношения. Участникам Олимпиады предстоит показать свои навыки в продуцировании речи и понимании устного и письменного текстов. В состав жюри вошли профессора, доценты и преподаватели ведущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Орловской и Ульяновской областей, а также преподаватель Международного лицея города Вильбон, Франция. Победителей определят уже 31 марта. Анна Тищенко, новости «Ульяновской правды».